Ну что, привет всем заднеприводным. Теперь... Ну, как я и говорил, с BMW все в порядке, мотор не перегревается и работает довольно ровненько. А дым? Ну, это ведь для BMW ведь нормально. В год крысы самая лучшая покупка – это, конечно, крыса. Но не такая, как у вас на балконе или в подвале у бабушки лазит. Это, конечно, Е36. А суть истории такова этой машины. Я ее покупал чисто для зимы. Это был должен быть чистый винтербитер. На зиму откатался, продал и забыл. Но теперь история получилась так, что бабки потратил, а смысла никакого. Она просто у меня сейчас полгода стоит. Я за зиму два раза на ней прокатился. Два раза. И 500 евро потратить просто, чтобы прокатиться два раза, ну, тоже как-то никакого смысла. Ну и как это винтербитер, вы, конечно, понимаете, что это не 2.5, это не блокировка, это... Давайте я вам покажу просто, что у нее этой крысы под капотом. Это чмошный 1.6 двигатель, здесь около, я не знаю, здесь, наверное, 90 или 100 сил, сколько там, ну, почти их нету. Двигатель занимает 2/3 подкапотного пространства, все остальное это радиатор и вентилятор. Смотри, здесь по факту больше ничего нету. Моторчик вообще маленький. Если на новых машинах вы смотрите под капотом и видно только пластмассу, ну тогда здесь вы открываете и здесь ничего тоже не видно. Просто маленькая кружечка с чаем и, говорится, вентилятором. А дальше покажу, что с ней по салону. Салон самый обычный. Здесь нету электрозеркал, нету электроприводов на сиденье. Нету... Вот здесь есть бардачок. Все. Так, и из больших дефектов у машины сзади растет мох, там, наверное, грибы ебались. Еще один из дефектов это то, что у машины сзади 4 болта, потому что один болт отломился, мне было лень прикрутить колесо. Вот, можешь посмотреть, что у нее находится в багажнике. Это, как всегда, дешевые колонки, которые не работают, канистры бензина, литр масла. Ну, в принципе, все, что надо для BMW. А, и еще самое... Еще, короче, там были болты, это потому что их, ну... Лень прикрутить, и они, бывает, срываются. То есть, самое интересное в этой машине, это первое, это вес. Она весит 1200 или 300. Короче, она ничего не весит. Это очень легкая машина. И второе, поскольку вы видите, это компот. Он сам по себе короткий, его база. Она хорошо предназначена для дрифта. Ну, так бы я хотел бы думать. Потому что мы посмотрели в Ютубе и попробуем самые простые дрифтовые упражнения. А еще самое интересное, то, что у меня 65-й профиль резины, знаешь? На бок ее положить здесь проще простого. Так что ж, безопасность самое важное. Бля, что за сиденье такое? Ничего, ржавчина в BMW, это нормально. Так, короче, самое первое, попробуем с ручником занос. Возьмем... Я не знаю, что возьмем. Надо было вообще взять 0,7 и нажраться уже. А то что-то... Когда зимой ты делаешь, это нормально. А когда по полю, блин, только кроты нарыли, то что, блин, можно спокойно разбиться. Это за говно? Охуенно хуёвый, а? Охуенно. Сука. Бля, пацаны говорят, я думал охуенно. Нет, они говорят хуёво. Ладно, надо попробовать ещё агрессивнее. Ну, все время одно колесо пухнет. Короче, сейчас чувак предложил, давай сейчас накачаем колеса 5 атмосфер и посмотрим, что получится. Ну, я надеюсь, что колеса не взорвутся. Ну, говорят, что будет лучше. Нет, ты че? Ну вот, 5 атмосфер получается. Привет, пацаны, я никогда не думал, что я когда повзрослею, сам таким долбоем, то что будем колеса закачивать 5 атмосфер. Ощущение, как будто едешь, не знаю, по брусчатке такое. Сейчас задница
проверить, как кенгуру долбаные. Ну, попробуем солнышко, может в этот раз получится с перенакаченными баллонами. Погнали. Короче, попробуем последний бёрнаут, сделай, Миша, хотя бы то у нас получится, и то на поле. Тогда уже будет это хорошо. Ну, я думаю, степуха быстрее закончится. Двигатель, он даже не перегревается. Вот я сейчас держу 6500 оборотов и... О, какая-то вибрация даже пошла, интересно. Мне кажется, температура чуть поднялась. Ну вот, смотрим. Видите, теперь у нас стали спортивные полуслики. А, так еще не взорвалось. Еще вон. Ну, как я и говорил, с BMW все в порядке, мотор не перегревается и работает довольно ровненько. А дым? Ну, это ведь для BMW ведь нормально. Пацаны, лето началось, я вам покажу свой первый трофей. Вот колесо. А вот что с него осталось. Пластик.